Всем привет! Сегодня снимаю свой заказ в Оберлик по четвертому каталогу. В связи с обострением всяких болезней у меня заказали две штучки антибактериального средства универсального. Нам это очень нравится, мы сами им всегда пользуемся. И вот у меня два клиента, вернее две клиентки заказали. Вот. Также по моей рекомендации, и не только по моей, у меня... Садись рядом. Пятновыводитель. Кислородный, универсальный. Я тоже им пользуюсь. Всегда его заказываю. Хорошо отстирывает пятнышки. И даже те, которые еще вы сами не знаете, что они есть. Просто добавляю его к порошку. И он все отстирывает. Продолжаю собирать я коллекцию вот из этих вот гелей для душа серии «Счастливые моменты». На этот раз заказала лимонное пробуждение 2 в 1. Пока послушаю аромат из пузырька, ну, напоминает средство бытовой химии с ароматом лимона. Вот, конечно же, я заказала новинку. Это серия Ля Крем. Это у нас с фисташковым маслом и молочными протеинами. Из флакончика пахнет фисташками и миндалем. Почему-то мне миндаль даже больше слышится, чем фисташка. Но, может быть, это пока. Так, посмотрим, как в воде будет раскрываться в душе. Крем для рук. Обновляющий. Тоже с таким... Он, по-моему, зафольгированный. Да. Он зафольгированный, поэтому пока слушать не могу. Ничего сказать не могу. И такое же твердое мыло. Следующая новинка, это уже из серии вот этих путешествий, яркий Мадагаскар. Действительно яркий и по аромату он такой фруктовый-фруктовый. Прям интересный, какими-то экзотическими фруктами на самом деле. Тут заявлены гуавы и личи. Вот, и в парочку к нему тоже в наборе шло твердые мыльца. Посмотрим, может быть, это мыло мне понравится. Пока я не очень что-то с фаберликовскими мылами подружилась. А, из бытовой химии заказала вот такой пробничек для мытья посуды. Лимон и мята. Ну, действительно, ароматы лимона и мяты оба присутствуют. Из старинок, уже из недавних новинок, но уже старинок, из серии Витамания. Хорошее было предложение на набор. Жидкое мыло. Это у нас клюква и земляника. И скраб для тела. Скраб для тела зафольгирован, но прям сквозь фольгу запах земляники. Клюкву не слышно, а земляника прям сквозь фольгу, как будто там вот именно с сахаром протертая земляника в банке лежит. Скрабы у меня улетают очень быстро, поэтому лишним не будет. Также совершенно бесплатно я заказала скраб лимонный Монпасье. Я его не пробовала. Также серии Beauty Cafe. Слышала, что он мелковат, но посмотрим. За 0 рублей, то есть совершенно бесплатно, попал он. Почему бы не попробовать? Обязательно. Так, заказала я одной девочке в подарок нюдовую помаду. Оттенок не могу показать. Дело в том, что у меня такая помада, я с ней не очень подружилась. Сначала увлажняющая 530-58 и забрала ее на работу. И вот на работе она у меня, конечно, пошла хорошо, потому что там пересыхают губы. Извиняюсь сразу за постороннюю, мне тут снимать помогают. В общем, это обычный нюд, увлажняющий. На морозе, конечно, холодно с этой помадой, а вот в помещении на работе отлично. И за 250 рублей по бонусам у меня коллега заказала Festa de Vita 30 мл, было выгодно. Полноразмерка стоила 1000 рублей 50 мл, а 30 250. Вот, это цитрусовый цветочный аромат, бергамот, цедра лимона, пион, жасмин и фрезия. Хороший такой на весну, действительно. Вот, это был весь заказ и немножко ложка дегтя. Очень много у меня заказывали из серии Beauty Lab масок для лица, вот с пузырями, которые гелевые, патчи под глаза. И ни одна из них не пришла, и я знала, что они не придут, потому что их не было на складе уже на стадии заказа. Вот, конечно, обидно, у меня там больше 10 или 12 штук заказывали, и ни одна не пробилась. И, конечно, следующий каталог мне пришел,
Это уже номер 5. Полистаю и потом вам покажу, что я по нему заказала. На этом буду заканчивать видео. Всем пока-пока. До встречи в новых видео.